Я родилась в городе Свердловске, в семье военного летчика, поэтому по стране нам пришлось поездить. Я сменила где-то около 5 школ, но в 1995 году мы приехали в Кубинку, куда отца распределили по работе, и, соответственно, жили в военном городке Кубинка-8. Папа нас воспитывал достаточно строго, всегда говорил, нужно работать не только для себя, но и для общества тоже послужить. Поэтому, наверное, вот всю жизнь вот так вот помогаю, выбрала такую профессию, как психология. Это, конечно, общение с людьми. Это у меня сложился богатый опыт за 18 лет, общение с людьми. Это тонкости работы, да, это подход, это эмпатия. Человек – это безграничная, так сказать, мир, который можно познавать и познавать и познавать. Награда для психолога – это здоровые люди, которые потом, соответственно, наверное, больше не приходят. И видно, что встречаешь на улице многих, да, потому что работаешь здесь с жителями в округе. И говорят спасибо большое, все хорошо. То есть видишь, что жизнь наладилась. И вот это вот на самом деле самая большая награда. В общественной палате я возглавляю комиссию по здравоохранению. То есть сюда входят все вопросы со здравоохранением в больнице, поликлинике. Вот, то есть с какими вопросами жители обращаются, мы стараемся все помочь. Есть очень много проблем, все равно в здравоохранении остается, и хочется помогать больше людям, чтобы решать эту проблему, как бы я ее знаю изнутри, да, и чтобы лучше ее решить, наверное, нужно еще и вот работать в общественной палате, чтобы как можно больше встречаться с жителями, работать внутри этой системы, да, и делать ее лучше. Уже более 4 лет я являюсь руководителем благотворительной акции «Бал для Золушки». Мы помогаем многодетным семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы помогаем деткам на выпускной собраться. То есть это полный образ, это и маникюр, и макияж, красивая прическа, и платье. То есть это большая помощь для таких семей, потому что этот процесс достаточно очень затратный. Мне бы хотелось, чтобы в нашей системе здравоохранения было меньше очередей, чтобы было проще записываться. Но это, конечно, кадровый такой вопрос. Он не просто решаем. Скорее всего, я сразу не смогу это решить. Но, по крайней мере, готовить кадры. Может быть, сделать проект именно для школьников, которые уже учатся в 9 классе, в 11 классе, которые бы выбирали себе путь, именно шли в нашу Одинцовскую областную больницу. Она у нас очень большая, огромный, хороший коллектив. У меня мечты, чтобы все были живы, здоровы. Это самое главное, да, чтобы видеть как можно больше людей позитивными, с хорошими мыслями, улыбками, чтобы, наверное, каждый не только вот на посту на каком-то, да, значимом, а каждый старался что-то сделать для своего округа хорошее.